Внедрение блокчейна может стать ключевой частью реорганизации Госдепартамента США. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Джон Салливан 10 октября на государственном блокчейн-форуме. Этот форум имеет последствия для нашей продолжающейся работы по реструктуризации. Нам интересно узнать, может ли технология блокчейн иметь прямое применение ко многим из основных пунктов предлагаемой реструктуризации. Провести ее предложил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, реструктуризация поможет сэкономить около 10 миллионов долларов за 5 лет. Отметим, что успешные проекты по внедрению блокчейна уже прошли в Эстонии, Грузии, Дубае и Сингапуре.